В Анапе на территории спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 состоялся межрегиональный турнир по всестилевому карате дисциплины СЗ группы В «Новички». На соревнования приехали две команды из Ростовской области «Спарта» и «Десантник», команда из Новороссийска «Олимп», команда Юровки «Молот» и команда Анапы «Южный Будакан». Бои получились интересные и зрелищные. Все ребята остались довольны, все призеры и чемпионы были награждены грамотами, медалями. Лучшими бойцами признаны Артем Аргулис, Александр Долотин, Артем Шевченко, Сергей Калашников, Артем Блохин, Николай Сергеев и Давид Газарян. Поздравляем победителей и их тренеров. Желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему, всегда быть успешными. А партнер сегодняшнего выпуска – таверна в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемси Холд» знают, здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные и рыбные блюда, как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками, а в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык, а вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе-кулинария «Таверна в Анапе» на Солдатских матерей 8Б ждет вас!